Всем приятной жизни, это Шашлык, и мы продолжаем играть в Ведьмачка. Так, я хочу пойти помочь сначала Трис. Хочу пойти помочь сначала Трис освободить Филиппу. Здорово, Трис. Привет, Трис. Ты рехнулся? Вы одни отправились на Имлериха? На шабаш? Как ты мог так рисковать, Цири? Цири должна была это сделать, и я не мог отпустить ее одну. На моем месте ты поступила бы так же. Кроме того, я все время был там. Все было под контролем. Давай сменим тему. В пригородах мы видели, как жгут нелюдей. С каждым днем становится все хуже. В городе не осталось чародеев. Так что охотники нашли себе нового врага. Надо как можно скорее завершать все дела и уезжать отсюда. Как дела у ложи? Кто-нибудь из магичек будет нам помогать? Все не слишком здорово. Ида отказалась. Франциска ни за какие сокровища не покинет своего владеницы, пока вокруг война. Мы не знаем, что с Фрингилией. Связаться с ней не удалось. Остальные? Кейра, Маргарита, Филиппа? Кейра? Я думала, уж ты-то знаешь. Мало кто сумеет отказать чародейке. Кейра Мец всегда умела настоять на своем, так или иначе. Но когда она потребовала заметки чародея Александера, я отказал ей. В сущности, Кейре нужен был какой-нибудь импульс, чтобы начать новую жизнь. Она получила его совершенно неожиданным образом. По прошествии лет никто не помнил, что создательница лекарства от чумы Катрионы скрывалась под маской деревенской колдуньи. Я видел и менее подходящие пары. Надеюсь, у них все сложится хорошо. Ага, не я с Ламбертом. Нам повезет найти Филиппу и Риту. Ты знаешь, что с ним? Йеннифер должна была узнать, где Рита. А я искала Филиппу. А Йена раскопала что-нибудь? Лучше ее спроси. Я была слишком занята делом Филиппы. И? Узнала что-нибудь? Несколько интересных вещей. Тебе короткую версию или длинную? Давай длинную. Рассказывай все в подробностях. После побега из Лок-Муини она попала сюда, в Новиград. Попросила помощи бывшего любовника, чародея Артура Девлеестера. Девлеестер? Знакомая фамилия. Когда-то Филиппа выставила его на посмешище, и Артур решил отомстить. Убедил ее, что люди родовито будут искать чародеек, и что в облике совы она будет в безопасности, а потом надел ей на ногу кольцо из Двимерита. Вскоре начались преследования чародеев. Артура казнили, и его имущество выставили на торги. Так случилось, что на торги заглянул наш знакомый краснолюд. Золтан. То есть Филиппа все это время была у нас под носом? Именно что была. Пару дней назад Золтан проиграл ее в карты. Да, это на него похоже. В этом весь Золтан. Появился здесь один человек. Ободрал Золтана как липку, а под конец предложил сыграть на сову. Конечно, он выиграл, после чего вежливо поблагодарил за игру и вышел. Кто это был? Известно, где он живет? Не местный. Никто его не знает. У нас есть какой-нибудь след? У нас есть это. Это перо. Ее перо? Думаешь провести дивинацию? Мы применим гидромантию и кое-какую ворожбу. Но для этого надо найти неприметный фонтан. Ну окей, пойдем, пошли. Пожалуй, фонтан у Пассифлоры подойдет. Хорошая мысль. В путь. Это здесь. И правда, тихое место. Тогда начнем.
Смотри на воду внимательно. Нельзя упустить ни малейшие детали. Граеме Эдуи, Робиме Гелле Афальте. Граеме Эдуир, Дайгнис Карле С. Пирхина Айтклете. Знакомое место. Бай. Дикст, она у него, в его банях. Я мог бы догадаться. Это было прошлое или будущее? Прошлое, недалекое. Надо спешить. Ну, пошли. Идем в бане. В бане. Может, еще не поздно. Пойдем. Так, значит, нам надо вместе с Трис идти в баньку. Ну, пошли в баньку к Дикстри. Пошли в баньке. Надеюсь, что мы успеем. И что Дикстра не причинит ей вреда. Всякое может случиться. Одно неверное движение, и жертвой будет он. Ну, не знаю. Дикстра никогда не простит, что она подослала к нему убийц. А Филиппа наверняка слаба. Она все еще могущественная чародейка. Если люди Дикстры снимут с нее двемерит, она убьет их прежде, чем они успеют сказать «Ох, сука!». Должно быть, они недооценили Филипп. Ты был прав. Чувствую себя. Так, и что тут случилось? Сдавайся! Это лабиринт. Ты никогда отсюда не выйдешь. Я думаю, выйдет все-таки. Гребаные идиоты! За ней! Мы этим займемся. Вот уж нет. Чародейка останется здесь. Мы идем вместе. И речи быть не может. Успокойся, Геральт. Гуляй. Я останусь. На случай, если она побежит сюда. Хорошо, я сейчас вернусь. Так, и чё нам тут в это самое... А, так вот где вход. Зараза. Она наложила на них чары. Убить ведьмака. Да, колдую. Что-то вообще какие-то изи. Изи-пизи, лемон-сквизи. Так, ладно. Что нам тут надо? Где ее искать-то? Здесь, что ли? Она чё? Теперь я твоя госпожа. И ты должен меня защищать. Чёрт понимает. Блин, нам с этим сейчас придется драться. Вард стоит. Может быть, с ним поговорить получится? Ведьмак не пройдет. Красивая сапожа запретила. Зараза, сука, подла, она и на него чары наложила. Я и хочу ей помочь. Она ранена, ты знаешь? Я хочу ей помочь. Она велела не пускать. Бард не пустит. Ха. У тебя болел когда-нибудь живот? Болел. Когда Бард съел старого утопца. У нее все болит так, будто она съела 100 старых утопцев. Бард не хочет. От утопца очень болит. Про
Отпусти меня, и я ей помогу. Бард пустит. Ведьмак поможет. Даже Акси не понадобился. Да, тролли все-таки красавчики. Так. Пошли Филиппу догонять. Я хочу тебе помочь. Помочь мне умереть, как бы не так. То есть они сняли с нее колечко, да? И она освободилась. Я не собираюсь причинять тебе вреда. Как же? Ты меня не достанешь. Я хочу тебе помочь. Прости, но как-то не верится. Ох ты, ёх ты, бог ты мой. Элемент огня. Твою налево, а? Слушай, ты втираешь мне. О, нормально, пятихаточку задамажили. Еще. Готов элементаль огня. Лут, 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 Геральт. Что это ты вдруг замолчал? Блин, Филиппа, да подожди, я же прав... Ой. Я же правда хочу тебе помочь. Это ты зря. Так, может Игника стануть? Прекрати верещать. Если бы я хотел тебя убить, убил бы. Чего ты хочешь? Пытать меня? Смотреть, как меня пытают? Мне нужна твоя помощь. Если ты меня обманешь... Расслабься, не собираюсь я тебя обманывать. Снаружи ждет Трис, она все тебе объяснит. Так, ну пойдемте с Филиппкой. С Филиппкой. Разнесли Дикстри бани. Что-то Дикстри вообще не везет как-то. Жаль, но эта госпожа пойдет со мной. Дикстра, уйди с дороги, у меня нет на это времени. Против тебя я ничего не имею, Геральт. А с Филь нам есть о чем поговорить. Помнишь, как ты подослала ко мне убийц, дорогая Филь? Ты допустила ужасную ошибку. Такие вопросы надо решать лично. И сейчас я покажу тебе как. Так, давайте ему этот самый... Он мне не особо симпатизирует, хоть он и неплохой, но Филиппа мне сейчас больше нужно. Ты мне нравишься, Дикстра. Не вынуждай меня причинять тебе вред. Придержи свои угрозы для портовых громил. На меня они впечатления не производят. Филипп пойдет со мной и ответит за все милости, которыми меня одарила. Блин, давайте его пихнем, он задолбал, он по-русски не понимает. Прости, это невозможно. Нет, только не нога. Ибо нефиг понтоваться. А то задолбал. Простите, что задержалась. Пришлось повозиться со стражниками. Привет, Трис. Филиппа, ты как?
Бывало и лучше. Я тебя сейчас заберу. Вы справитесь? Да. Спасибо за помощь. Дикстри сломали ногу, походу, опять. Слушайте, а мне интересно, он вообще там у себя? Он остался, как бы, ну... Блин, тут так дверь сделана, ее фиг видно вообще. Ну, вообще не видно. Он обычно здесь сидит. Ага, сейчас его тут нет. Ну и ладно. Так, поговорить с Авалакхом. А что у нас в допах? О, показать 3 статуэтку солдата. Вот это вот интересно. Давайте доп выполним. Что-то, кстати, этот самый, квесты-то на этот, на императорскую шляпу не пошли. Ну ладно, ничего страшного. Гигиена в этом на том же самом уровне. Блин, сколько можно по Новиграду бегать? Вот Новиград в этом плане, кстати, не очень практичный город, потому что... По нему реально приходится долго бегать из-за это самое. А на лошади по нему не подскачешь, тут у них ограничение скорости стоит. Которое, ну, как бы я бы и рад нарушить, но оно не нарушается. Блин, ну Геральт, ты еще скажешь, что ты тут залезть не можешь. Простыл. Так, показать 3 статуэтку. Ну она, видимо, там наверху. Тут у себя. 3, здорово. Ну как, справляешься? Ну как, справляешься? Да уж, это будет испытание для всех. Я ведь не об этом спрашиваю. Ну что мне тебе сказать? Я же знала, что вы с Йеннифер всегда будете друг к другу возвращаться. Безнадежное дело. Похоже на то. Но я бы не хотел, чтобы ты... Давай не будем этому солить. Мне сейчас нужно сосредоточиться. Да, окей. Понимаю. Посмотри на эту фигурку. Смотри, что я раздобыл. Идем. Надо его расколдовать. Думаю, это солдат. Сейчас увидим. Идем. Я знаю одно спокойное место, где у стен нет ушей. Ну, пошли, расколдуем чувака. Все готово. За работу. Расколдуемся. Давай попробуем расколдовать этого солдата. Я могу тебе как-нибудь помочь? Да. Стой тихо и не отвлекай меня. А мы разве не расколдовывали уже чувака такого? По-моему, мы уже какого-то расколдовывали. Инналандаона Арайс! Фердер! Энзер Херзаер! Во Эразинде! Венихихеде! Эссепунт! Что ты... Кто ты? Что последнее ты помнишь? Я помню холм. Шел бой. Я вез приказы. Там была чародейка, рыжеволосая. Она наложила какое-то заклятие. Трис, что ли? Правый фланг должен был вступить в бой. Ударить по щитникам. Правый фланг не ударил. А чародейкой была Лита Нейт, по прозвищу Коралл. Я тоже там была. Это было очень давно. Шайсере. Ну, отдохни, чувак. У тебя нет сил, так всегда бывает после артефактной компрессии. Тебе надо отдохнуть. Это верно. Когда придешь в себя, найди посла в Аратре. Он тебе поможет. Удачи. Это было любопытно. И утомительно.
Ах, сейчас бы упасть в кровать и спать до упору. Так, ладненько, давайте я на этом тогда этот выпуск и закончу. Большущее всем спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. А с вами был Шашлык.